Наркомания. Наркоманы. Вы думаете, это те, кто принимает ЛСД, курит травку, кто нюхает кокаин? Вы думаете, это наркоманы? То вы ошибаетесь. Наркоманы – это вы. Те, кто каждое утро пьет кофе, потому что говорит: я не могу без кофе, я чувствую себя усталым. Вам постоянно нужны какие-то допинги. Вы постоянно повторяете, что вы не можете без этого. Вы не можете без хлеба, вы не можете без завтрака, вы тогда в упадке сил. Хватит, может быть, наркоманить, а? Домики какие прикольные, а? Вы шо, «Реквием по мечте» не смотрели? К чему приводит наркомания? Тун-дун-дун, ту-ду-ту-ду-тун-дун, ту-ду-тун-тун-тун, ту-ду-ту-ду-тун. Так пересмотрите, хороший фильм. Только посмотрите его по сути. Смотрите вглубь, не на поверхность. Хватит смотреть только на поверхность. Посмотрите, наконец, вглубь. Вы видите только гладь? Гладь воды? А я вижу весь океан. Ой, море. Да пофигу. Все равно море соединяет с океаном, поэтому я вижу океан. Вы понимаете? Уловили мысль? Если вы видите этот камень, вы видите все. Понятно вам? Если вы видите этот палец, вы видите все. Соответственно, если вы видите все, если вы обладаете всей информацией, то зачем вам советы? Зачем вам советы, когда вы все сами знаете, когда у вас вся информация? Информация философов всех, художников, музыкантов, поэтов. Подключайтесь к информационному полю Земли, и будет вам счастье. Подключаемся, не задерживаемся. Там много чего интересного есть. Зачем вам читать книжки? Зачем вам 3 часа? Ой, каких 3 часа? Не знаю, целую неделю, целый месяц тратить на одну книгу, когда можно подключиться вот туда, наверх, наверх. Ну, в смысле наверх? Просто подключиться. Не наверх, а везде тут. Везде, везде, везде. Вон, на камень смотри, подключайся, не хочу. Смотри, как много всего вокруг. Подключайся, не хочу, так скажем. Хватит куда-то бежать. Хватит бежать куда-то зачем-то. Все уже вот здесь, на этом месте. Все уже тут есть. Не нужно идти в хлебочную за хлебом. Хлеб уже есть. Хлебницу только посмотри, а.
придумали хлебочную, за хлебом ходить. Кто это сделал, а? Кто это сделал? Сверхскоростной, беспроводной и единый современный интернет. Да, ребята, интернет — это вот не то, что там, а то, что тут. Используйте вот это, все используйте, чтобы вспомнить, научиться и жить. Якоря, так скажем. Все вот это якоря. Которые вы оставили сами для себя, чтобы поиграться на этой земле, да и выйти. И понаставили, ой, как много ловушек. Ох, как много ловушек хитрый ваш ум сплел. Чтобы интереснее было выпутываться. Ха-ха-ха. Все, пока. Хватит с вас на сегодня. Да? Да, я наглая. И не знаю. Есть ли наглость моему пределу? Я не успокоюсь, пока не возьму все, что принадлежит мне. Не остановлюсь ни перед чем. Все мое. Будет у меня.